25 февраля в рамках авторского проекта Александра Порецкого «Негаснущие звезды» в Донецкой филармонии программа «Эти глаза напротив». К 80-летию со дня рождения легендарного солиста Донецкой филармонии и звезды советской эстрады Валерия Ободзинского в исполнении фолк-бэнда «Русский акцент», струнного ансамбля «Дива-квартет» и солистов филармонии прозвучат знаменитые песни из репертуара певца. «Эти глаза напротив», «Восточная песня», «Вечная весна», «Русское поле» и другие. Подробности в кассе и на сайте филармонии.